А мы продолжаем наш выпуск. В Ставрополе юристы пытаются отстоять права инвалида. Незрячего мужчина с собакой-поводырем выгоняют из всех продуктовых магазинов. Хладнокровно ссылаются на закон и санитарные нормы. Все время нас выбрасывают из магазина. Надо этому положить конец просто. Так именно за ним и пришел в магазин Аркадий Аванесян. Слепому отказывают в обслуживании, грубят. Причина в его собаке. С ней в торговый зал ну никак нельзя. Пожалуйста, и будем там разбираться по поводу собак. Я вам еще раз. Окей. Нет закона, все. Юридическая оценка ситуации уже занялись и компетентные органы. Прокурором Ставропольского края Юрием Турыгиным дано указание о проведении проверки. Выяснение всех обстоятельств, вход и ее результаты находятся на особом контроле в аппарате прокуратуры Ставропольского края. Достаточно вбить в поисковый запрос «не пустили с поводырем» и станет понятно, это проблема общероссийская. Тяжело. Ну, не хотят понять. Не хотел я конфликтовать, как бы. Но никаких извинений не было, ничего, как бы. Нас так и не поняли. Аркадий Аванесян, обратившийся со своей проблемой к журналистам, рассчитывает не только на частное решение, но и на широкое публичное обсуждение. Только так, считает он, можно донести людям, занятым в сфере обслуживания информацию, что же такое собака-поводырь.